Сказочным волшебником в жизни может стать каждый. Стоит только захотеть сотворить для кого-то чудо. Благотворительный фонд «Дари добро» и ульяновские альпинисты смогли подарить сказку маленьким пациентам детской областной больницы имени Юрия Горячего. Эта акция у нас зародилась в прошлом году. А в этом году мы ее решили сделать более масштабной, так как в этом году у нас годовщина акции «Коробка храбрости». Все началось с небольшого утренника, который прошел в актовом зале. Маленькие пациенты не остались без праздника. После утренника дети разошлись по палатам. Каково же было удивление ребят, когда в окна их палат постучал Дед Мороз. Да не один, а несколько. В палатах и в больничном дворе началось настоящее ликование. У нас просто попросили благотворительная организация «Дари добро», вот, поздравить детей, которые лежат в больнице, вот, с наступающим Новым годом. Вот, ребята тут же отозвались, вот, висим бесплатно, вот, денег никаких нам не надо за это дело, эмоций вагон, вот, очень положительные эмоции. Вот. Что еще? Акция «Коробка храбрости», годовщину которой отметили с помощью волшебников-альпинистов, заключается в том, что ребенок, идущий на какую-то неприятную или болезненную процедуру, может по ее окончании выбрать себе игрушку. Коробка никогда не пустеет, ее наполняют меценаты. Сегодня ровно год, как ульяновское отделение «Клуб Добряков» установили «Коробку храбрости» в детской областной больнице. В преддверии Нового года мы организовали два праздника. Это в отделении онкологии и гематологии, и второй праздник – это в актовом зале. Мы хотим поблагодарить сегодня всех, кто подарил детям этот праздник. Также сегодня мы пополним игрушками «Коробку храбрости» все 13 отделений. Счастью, не было предела. В некоторых странах окна в детских больницах моют сотрудники, переодетые в костюмы супергероев. Это способствует поддержанию хорошего настроения и выздоровлению малышей. Ребенок и в больнице остается ребенком. Он ждет чуда, подарков, внимания. Новый год – это время, когда чудеса должны случаться. И для тех, кто этот Новый год будет встречать в больнице, одно из них уже произошло. Павел Половов, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».